Я солдат. Я убийца. Танцы не для меня. Правда? На моей планете бытует легенда вот про таких вот нетанцоров. Племя свободных, которым явился герой Кевин Бейкон. Думал, я такая наивная, что поведусь на твои половые чары. Да у меня и в мыслях не было. Есть два типа существ во Вселенной. Одни танцуют, другие нет. Я свою любовь нашел на перу воителей. Все в деревне плясали. Неистово и страстно. Все, кроме одной. Моей Аветы. Я сразу понял, вот моя суженая. Сколь бы сладкозвучная песня ни звучала, она не притопнет ногой. Мускул не дрогнет. Покойно, что сама смерть. Но звучит соблазнительно. От этого мои чресла набухали. Так, ладно, я понял, да. Есть танцоров, Гамора нет. Ты должен найти деву себе подстать. Убогую. Касаясь кого-то, я знаю, что он чувствует. Так ты телепат? Нет, телепаты читают мысли. Эмпаты видят чувства. Эмоции. Можно? Ну, давай. Ты явно влюблен. Да, конечно, я влюблен в эту жизнь, в этот удивительный мир. Женщину? Без памяти. Ты вожделеешь ее? Да нет, ничего такого. Вот эту? Нет, я сказал. Это уже... Ну, знаешь. Она раскрыла всем твою самую страшную тайну. Чувак, тормозни, она ничего не знает обо мне. Мысли твои срамные. Что ты делаешь, Питер? Потанцуем? Да не буду я танцевать с тобой. Нет, это же сам Кук. Величайший земной певец всех времен. Рак считает, ты не танцуешь. Если скажешь хоть одной живой душе, я тебя убью. Ну и когда будем разбираться с нашими недомолвками, недоговорками? Какими недомолвками? Помнишь, Чирс, Сэм и Диана? Парень с девушкой из телешоу, влюбленные друг в друга, но вынуждены это скрывать, иначе рейтинг поползет вниз. Нет никаких недомолвок. Тогда налицо парадокс. Сказать, что они есть, значит промолвить вслух, то есть солгать. А сказать, что их нет, значит сказать правду, оставить их недомолвками. Да нет, я не то имела... Just sit down,
you for. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. And if you want.